хорошая игра при достаточно большом количестве болельщиков. Приятно всегда играть такие игры. Хорошая игра, в принципе, я не буду никого упрекать. Команда отдалась полностью, особенно второй тайм, поэтому я считаю, что зрители должны быть довольны. Вот. А результат? Результат, не знаю, не сказал бы, что нас устраивает, но и тоже расстраивать как бы нельзя. Момент с Германом Барковским в середине первого тайма, когда он там пытался себя накручивать, сыграло ли роль, что вы были когда-то одноклубниками, может быть, ты знал, как он может действовать? Да нет, на самом деле, когда столько времени занимаешься футболом, я думаю, что все вратари примерно понимают, что хотят сделать нападающие в таких выходах. Вот. И наша задача только максимально помешать нападающему, вот. А дальше уже как получится. Да, да, прервалась двухматчевая серия сухая, как-то будешь зацикливать на это внимание или нет? Не, ну результаты лично, это, конечно, все хорошо, но это футбол, нужно понимать, что куча моментов, не всегда получается выручить. Да. Поэтому понятно, что хочется всегда играть на ноль, но это футбол, тут ничего не делаешь.